Вообще меня напрягает, когда Тина Канделаки сказала, что здесь русскоязычное население, как сказать, дискриминирует. Мне так стало плохо, потому что на самом деле мы живем в ситуации обратной. Мы живем в ситуации, что парень из аула, к примеру, который рос в казахоязычной среде, и который не говорит на русском языке, приезжает, к примеру, в Алмату и не может в своей стране заказать себе там кофе условно, или там поесть, или получить какую-то услугу на языке страны, в которой он живет. Вот это бред для меня. То есть вот это что такое? Ну то есть это, опять же, не дискриминируя людей, которые только разговаривают на русском языке. Но это ситуация, которая не должна быть. И для меня вот это пугающая ситуация. А не наоборот, что здесь русских дискриминируют, там русский язык их дискриминирует. Так с чего? Ты вообще не в контексте ситуации. Что ситуация обратная.